Привет, меня зовут Женя, это «Сильные новости», рубрика «Короче, погнали!» Мужчина из ветки хотел порыбачить и накопать себе дождевых червей. Взял металлический штырь, засунул его в землю, подключил электропитание на 220 вольт. Когда черви начали вылазить, мужчина сам прикоснулся к металлическому штырю, забыв, что тот подключен к электросети. Мужчину ударило тока, к сожалению, он погиб. А вы верите в родовое проклятие? Вот пенсионерка из Минска решила проверить, есть ли у нее родовое проклятие. Узнала о магии Еве из телевизора, позвонила, и ей продиагностировали, что у нее действительно есть родовое проклятие. Женщина еще год переводила деньги, заплатила 63 тысячи долларов и 8 тысяч евро за то, чтобы ее якобы избавят от родового проклятия. Проклятия в итоге нет, а разбирательство есть. Мужчина сидел на поминках матери, когда ему позвонил сын и попросил спуститься вниз, поскольку его машину якобы поцарапали. Сергей спустился, но тут его ждали сотрудники РОВД, которые составили на него административный протокол за нарушение организации проведения массовых мероприятий. За то, что он слушал в своей машине протестную песню, мужчина получил 15 суток. Вот такие дела.